Благоустройство под необычным углом. Во дворе Нашевской построили покатый футбольный корт. Это не ноу-хау, а недочет подрядчик по программе «Городская среда». Чтобы не играть в одни ворота, местные указали на нарушение строителям, но те отказываются исправлять ошибки. Как можно исправить недоразумение, знает городской дозор. ₽5,5 миллионов было затрачено на благоустройство этого двора. Однако по завершении работ у жителей осталось немало вопросов к подрядчику. Больше всего претензий вызывает корт. По словам подростков, на нем невозможно играть в футбол. Мне не устраивает само поле, так как здесь очень неровная площадка, лужи, булыжники и в самом заборе дыра, где укатывается мяч. Больше 10 лет, рассказывают жильцы, они добивались благоустройства своего двора. Наконец, он попал в программу «Городская среда». Но результат местных не порадовал. Они уверяют, все замечания подрядчик игнорирует. Я ему сам лично звонил, получается. Он мне говорит, что работы все завершены, документы все подписаны, значит. Вот. И то, что он будет, точнее, он не будет это все продолжать делать. Нам подрядчик сообщил, что корт действительно не выровнен по горизонту. Разница уровней составляет 40 сантиметров. Но, объясняет, эти работы не были заложены в многомиллионную смету. Это не то, что это халатность. Я, насколько знаю, управляющей компании не так было много отведено времени на составление проектно-сметной документации. Из того, что они составили, вот так мы сделали. Куда ушли деньги? Людям остается только гадать. Но юристы успокаивают. Недостатки еще можно исправить. Нужно определить, кто был виновником либо некачественного технического задания, либо некачественно проведенных работ. Потому что может выясниться, что в проекте был этот цикл, и просто подрядчик решил сэкономить. А может быть и не было. И подрядчик сказал, что я за свой счет это устранять не буду. Тогда нужно предъявлять претензии к управляющей. Если ни коммунальщики, ни подрядчики не отреагируют на эти претензии, юрист рекомендует жителям обращаться в прокуратуру. Поскольку жалобы поступают на качество работ, надзорный орган обязан провести проверку, на что были истрачены бюджетные деньги. Юрий Шумков, Александр Кожеватов, «Городской дозор».